Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi Redmi Note 10 Lite. И сейчас я покажу вам, точнее сейчас мы вместе с вами первый раз будем настраивать данное устройство. Итак, нажимаем на стрелочку и теперь выбираем язык. Выбираем русский, нажимаем на стрелочку. Выбираем регион, нажимаем на стрелочку. Здесь мы ставим галочку и на стрелочку. Тут у нас политика конфиденциальности и условия использования. Далее мы можем ставить здесь сим-карту, но если у вас нет ее под рукой, можно пропустить этот шаг. Далее можем подключиться к интернету, можно, конечно, также все офлайн настроить, но все-таки онлайн будет лучше. Теперь мы можем скопировать приложение данные со старого устройства, но если у нас его нет, как у меня, то нажимаем «Не копировать». Далее можем войти в Google аккаунт, для этого нам нужно ввести телефон или адрес электронной почты. Нажимаем «Далее» и вводим пароль. И нажимаем «Далее». После чего выбираем, кто будет пользоваться устройством, и нажимаем «Далее». Принимаем условия использования. Нажимаем «Ок». Здесь мы нажимаем «Принять». Теперь мы можем задать пароль. Может это быть только блокировка экрана. Можем также добавить отпечатки пальца и разблокировку по лицу. Я добавлю только блокировку экрана. Выбираю графический ключ. Ознакомливаюсь с инструкцией. Нажимаю «Понятно» и ввожу графический ключ. Далее подтверждаю графический ключ. Нажимаю «Ок», нажимаю «Принять», нажимаю «Продолжить». Здесь мы можем настроить Google Ассистента, нажимаю «Подтверждаю согласие». Принимаю. Теперь нам нужно три раза сказать «Окей, Google», «Окей, Google», «Окей, Google». Нажимаю «Подтверждаю согласие». Можем подключить Google Pay, но этого делать я не буду сейчас. Нажимаю «Пропустить». Можем также добавить еще один аккаунт, изменить размер шрифта, сменить обои. Но мы это все можем сделать и позже. Это не самые основные настройки. Нажимаю «Далее», «Далее». Можем согласиться на новый экран блокировки, можем разрешить или запретить куки, далее выбрать стиль рабочего стола. И настройка завершена, нажимаем на стрелочку. И на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.